Р-80 бригады береговой обороны. Броня автомобиля «Рысь» выдерживает не только прямое попадание бронебойно-зажигательной пули и снайперской винтовки, но и подрыв на 6-килограммовой противотанковой мине. Дальность схода составляет без дозаправки около 500 километров. Бригады разведки бронеавтомобиль «Тайфун», который предназначен для быстрой доставки бойцов и грузов в условиях, когда нет четкой линии фронта. Броневая защита этого автомобиля комбинированная, состоит из металла и керамики, что обеспечивает высокий класс защиты. Шины автомобилей также пулестойкие. По периметру автомобилей установлены видеокамеры, которые позволяют оценивать обстановку прямо из транспортного отсека или кабины. В парадном строю боевая машина 9П-157 «Хризантема». Созданная на базе ПМП-3 машина предназначена для поражения танков, боевых машин пехоты, других бронированных целей и сооружений на расстоянии до 5 километров. Комплекс всего за 20 секунд приводится в боевое состояние и способен пробить броню всех типов танков, состоящих на вооружении в мире. Высокоманевренная, малозаметная на поле боя машина обладает высокой скоростью и способна перемещаться не только по земле, но и на плаву. На площадь выходят потомки легендарной «Катюши». Боевые машины 2П-26 «Граф-М» из состава 8-го артиллерийского полка. 122-миллиметровая реактивная система залпового огня «Град» предназначена для поражения живой силы противника в укрытиях и в небе. Бронированные техники в районах сосредоточения артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов, заграждений.